ярче и уютнее – вот главная цель салдинской акции «Украсим наш город цветами». Накануне наградили участников эко-акции этого года среди спонсоров ВСМПО «Ависма». А подарки в этом году отличные – портативные колонки. В нашей акции приняли участие более 80 классных команд и более 1500 неравнодушных жителей города. В организации экоакции объединили усилия городской родительский комитет, администрация, молодежь и крупнейшее предприятие. А вместе, конечно, все получается. Акция у нас нацелена на совместную работу как детей, так и родителей, преподавателей. В акции участвуют все возраста. Самое главное, радует то, что вовлеченность в эту акцию с каждым годом растет. В этом году у нас выступило 17 команд. А всего за 6 лет жизни эко-акции в благоустройстве территории города поучаствовали 80 команд. Всех объединяет желание, чтобы Верхняя Салда стала еще комфортнее и красивее.